Приветствую вас на нашем YouTube-канале Hard Reset Info. Сегодня хочу вам показать функцию Google Pixel как передача заряда батареи. Итак, переходим в настройки. Идем в раздел «Батарея». И тут передача заряда батареи. Включаем ее. Вот, эта функция позволит вам передавать зарядку с вашего Google Pixel на другой любой телефон. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.